Новый, быстрый и комфортный рельсовый автобус РА-3 «Орлан» продемонстрировали жителям города Балаково. Время в пути на таком транспорте из областного центра до нашего города сокращается до 3 часов. Это связано с отсутствием остановок и пересадок на Сенной. На сегодняшний день это последняя модификация подвижного состава для неэлектрифицированных участков железных дорог. Его конструкционная скорость по отношению к предшественнику на 20 км выше. Именно из-за скорости 120 км в час новый рельсовый автобус и назвали «Орлан». Сравнивая с обычной электричкой РА-3, это и локомотив, и пассажирский вагон, и просто комфортный транспорт. Помимо всего прочего, в нем предоставлено новое оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями. Санузлы, оборудованные для маломобильных граждан в том числе, имеются места для крепления в том числе маломобильных граждан с колясками, имеется устройство для подъема с низких и высоких платформ колясочников. Состав включает 3 вагона и всего в нем предусмотрено 264 пассажирских места. Имеются кондиционирование, ионизация воздуха, что в наших условиях очень важно для комфортной поездки пассажиров. Улучшенные условия получили только положительные отзывы от первых пассажиров, которых оказалось совсем немного в связи с ограничениями по ковиду. Все очень понравилось, особенно то, что кондиционеры – это большой плюс. В электричках все совсем по-другому. Тут комфортно, тут пространства много. Не как в автобусах сидишь, так, как не знаю кто. А так, тут много места очень. Пробный запуск «Орлана» прошел успешно, а значит, этот маршрут будет точно пользоваться успехом у пассажиров. Планируется, что рельсовый автобус будет запущен по направлению Саратов-Балаково. Но пока точных сроков никто не называет.